Кто стучится в дверь моя? Да открой! Не заряжай. Кто прикалывается? Дари! Папочка! О боже! Какой еще папочка нахрен? Эгэгэль, всем привет! Вы на канале Funny Games TV. Продолжаем проходить с вами Silent Hill. Так, давайте вспоминать, что у нас по патронам. Здесь все заряжено, здесь все заряжено. Так, мы с вами в тюрьме Талука. Я говорил до этого, что больница, как там, Брукхвейст, или как она там называется, неважно, что это самое страшное место, самое жуткое, но походу эта тюрьма еще страшнее. Так, нам нужно бежать теперь к весам опять во двор. Мы в прошлой серии с вами подобрали еще одну эту штуку. Так, подожди, а здесь мы были, да? А, это церквушка, да. Подобрали, короче, еще одну грузика. Или как она называется? Боже, они по-прежнему там еще бегают, а? Уроды. Тупые. Ты сдохнешь, нет? Посмотри, все бегают и бегают, уродина тупая. Все, ладно, побежали, ну их нафиг. Короче, ладно, бежим. Ой, оживаешь. Серьезно? Сколько можно тебя убивать? Кусок ты. Так, теперь нам нужно попасть, видимо, куда-то еще. Там у нас еще воробушки какие-то остались. И еще что. Так, давайте сохранимся, потому что тут вот эта вот арена какая-то тупая. Я боюсь, что тут будет какая-то жесть, чуваки. Ну, вот этот вот двор. Так, куда она бежит? Боже, я забудил. А, вот. Фух. Ну, а тут реально как арена. Огромная арена. Посмотри, даже по карте двор, виселица. Непонятно, что нам надо решать эти загадки. Так, давай, значит, еще тяжелую поставим. Ну, не знаю, сюда давай. Нет, не попали. Давай сюда. Так, надо вот это поменять. Угу. И есть. Кабанчика выбрали. Отлично. Теперь идем в блок кабана, так скажем. Так, сохранимся, наверное, тоже. Запись идет, да, запись идет. Все отлично, все нормально, все классно. Фух, жарковато что-то нынче. Ходил немножко, прогулялся. Так, кабан у нас где-то с этой стороны должен быть. Угу. Уроды бегают, да, вон все бегают. Давай, спускайся, маленький. Ну, я же на тебя свечу, урод. Уродец. Ты этакий. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. А я иду к кабанчику зато. Так, ну тут зато есть кто-то, кто хочет люляторов получить. Так. Ага, здесь закрыто. У нас есть карта, да, этого места? Комната для посещения. Женщина, мужчина, персонал, санчасть. Тюрьма Талука, секция с кабаном. Так это называется. Секция с кабаном. Где вы, уроды? Так, ладно, давай прочитаем, что здесь написано. Так, воскресенье, утренний обход. Инцидент санчасти. Заключенный 183 напал на сотрудника, пытался украсть препараты. Ситуация под контролем. Полуденная проверка. Среди заключенных распространяет слухи о заболевании. Администрация оповещена. Вечерний обход. У заключенного 130 приступ кашля. Оповещаем медперсонал. Вечерняя проверка. Ничего, пометки не ставит? Вроде бы нет. Так, ладно, идем сюда. Тут ничего. Тут. Тут что? Кто-то стучит. Кто там стучит? Никого нету дома. Ну, это музыка просто тупая такая. Так, а вот тут уже лазит он маленький. Чё ты, на коленке сел, да? Тогда получи. Так, хорошо. Ага, и вижу, урод стоит. Ага, вышел. Где? Здравствуй. Вот, иногда прямо издалека. Ты видел, как он сейчас дотянулся? А иногда просто попасть нельзя. Это тупо. Игра. Ты бесишь порой. Иногда не попадает прямо. А сейчас ты посмотри. Такое далекое расстояние было. Он бах попал. Так. А чё мы сюда приперлись? Ага, вот эту дверь можем открыть с той стороны. Отлично. И здесь у нас фотокарточка. Старик всегда ко всему готов. 23-е. Ёкарный
Театр, а сколько их тут, этих карточек вонючих? Кто-нибудь знает? Уже 23-е. Ладно, мы, видимо, не в ту сторону идем. Нам, наверное, вот туда. Да, в той стороне склад шмат, но ничего, мы ничего не нашли. В складе ничего нету. Нам нужна гиря. Еще, видимо, одна. Так, что за цвет такой? Тут какие-то стены оранжевые или красные. Или розовые. А, это место для посещений. Понятно. Где уродец? Ага, вот тут можно проскочить. Здравствуй. Давай там же и подыхай. Сразу же, чтобы далеко не ходить. Сразу там обрыгайся. Или что там, взрывайся. Так. Перевернуть. Ага, а тут прочитать. Охрана решила, что мы прокаженные. Не знаю почему, но они к нам не подходят. Я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Это не слезы, это просто соринка в глазу. Так, ясно. Кто-то вынес стекло. Угу, сейчас подробашу. Блин, может попробуем с этого выстрелить хоть раз, а, в кого-нибудь? Жалко, конечно, патроны. Ну точно, не в таракашку. В таракашку фиг попадешь. Так, ладно, идем дальше. Раз, таракашка. Вонючая говняшка. Так, угу. Кто это? Медсестра. Лови. Хорошо. Так, одно попадание есть. Но больше не буду тратить. Просто узнали, как эта ружьёшка стреляет, потому что мы его в прошлый раз-то взяли, а еще ни разу не опробовали. Так, есть говнари? Ага. Лекарство. Лекарство, это хорошо. Лекарство, это надо. Ну, давай. А тут никого. Что это? Кого-то убило там? А? Пролезть же я не могу под низом. Ну не, вряд ли он пролезет. Крики, конечно, жуть. Ну да ладно. О, сохраниться тут можем. Значит, тут точно безопасно должно быть, правильно? Ну ладно. Хорошо, давайте сохранимся. Я не знаю, почему именно здесь. Как будто бы нам далеко сейчас топать надо будет куда-то. Или какую-то долгую загадку решать. Непонятно. Ну ладно, давай прочтем. Что посеешь, то и пожнешь. Ну, это понятно. Так, ага, тут нужен ключ. Какой-то с кругляком. Так, тут что? Он закрылся внутри, ключ забрал с собой. У дежурных запасного нет. Хотя я знаю, что он был. Сходит с ума из-за своей болезни. Надо спросить старшего медсестру. Думает, до него не доберутся. Ничего, еще не вечер. Так, где ты, уродина? Я тебя слышу. Это же я по тебе стрелял? Нет? Нет? Ой! Лови! Дубины. Баба, я своей тупой. Пришел доктор. Тебя лечить. Телевизор сидела, смотрела. Так, шкафчики. Ой, хорошо, сюда патрончики мои. Сладенькие. Так, что еще? Что за дверь? Ага. Еще патрончики и записочка. Так, касательно отчета по итогам экстренного обследования, выводы, представленные в отчете, некорректные. Заключенные больны, осмотр повторять вплоть до установления диагноза. При необходимости задействовать более инвазивные методы обследования. Необходимо срочно установить период заболевания, все прочее можно отложить. Ясно, то есть тут какая-то эпидемия у них была тотальная. Угу, машинка печатная. Это отсылочки к Resident Evil, что ли? О, это я по тебе в прошлый раз попал. Да? Тупая ты. Медсестра. Да блин. Ну почему я не попал? А ну что это, трубу из рук? Угу. Так, лекарство.
Оба-на. Еще какая-то памятная штука. Так, куда мы пришли? Так, санчасть у нас впереди, там проходик, тут закрыто, на второй этаж, да, там нам нужен ключик. Какой-то чел, говорит, заперся, забрал ключ и заперся. Так, тут их дофига просто, медсестер. Именно. Возьмем дробаш. Возьмем патрон. Угу. Где дробаш? Дробаш на месте. Боже, как их глючит-то. Санчасть, ну да. Логично, что здесь должно быть много медсестер. Если винтовку взять. Пау! Пау! Офигу, да блин, сколько! Ой! Серьезно? Да ты дробаша уже долбанул, сколько? Вот ты посмотри, какой. Офигеть просто! С дробаша в упор, потом дубина раз 4 на нагрел и по барабану. Пам-парабарам, пам-парабану. Ну ты как? А что? Да фонарили эти медсестры тупые. Не убивайки какие-то. Режим бога включили. Так, ты там где? Еще одна. Так, мимо, мимо. Вот так попал. Оп! Ну, бегу. Ну что? Ух. Сдохла? Ну, сдохла, ну. Так, ладно, шприц давай потратим, наверное. 16-15 шприцов, офигенно. Это о чем говорит? О том, что я профессионал? Столько насобирал. Я же просто тупо попасть порой не могу. Особенно в прошлых сериях там. Не помню, в какой прям. Так, хорошо, ключик здесь. Вот он. Ключ от верхнего этажа. Ну, идеально просто. Идеально еще улазить по верхним этажам. Так, повторное обследование заключения. Клинические признаки, либо симптомы угрожающих жизни заболеваний не обнаружены. Угу. Либо проведены рекомендованные стресс-тесты в соответствии с указанием начальника тюрьмы. Результаты предоставлены ему лично. В смысле, либо не обнаружены. Либо что? Зачем это все? Я тоже не понимаю, зачем. Как может быть, что за формулировка либо не обнаружены? Это вопрос, либо что? Либо не обнаружен, либо пошел нафиг? Что за бред? Так, ага, это можем отсюда открыть и выйти с этого дурацкого места. Надеюсь, эти сестрички не обживут. Так, ну все, теперь нам второй этаж. Видимо. Либо. Это телевизор. Так, ну окей. Идем на второй этаж. Так, тут где-то можно было же сохраниться. Надо нам это было делать или нет? А я не помню, где тут же было сохранение. Куда оно исчезло? Черт поймешь. Ладно, пошли. Надеюсь, тут ничего страшного не будет. Книга. А, мы на церкви. Где карта? Да, мы на церкви. Кто там? Кто? Я кого-то видел, нет? О боже, ты чё такой резкий? Как пуля, дерзкий. А? Тебя не учили манерам, говно. О, еще какую-то дверь открыть. Ага. Так, мы вышли в блок С. Все понял. Ну, ясно. Идем дальше. Четвертый этаж. Ой, третий, вернее. Это ж третий, да, третий.
Угу. Здесь смотритель, скорее всего, должен заседать где-то, правильно же? Ну, судя по всему, начальник тюрьмы. Он должен быть выше всех и за всеми тут приглядывать. Ну, пока. Ого, трубу достал. Че за бред? Опять потолочный урод? Тихо, тихо, маленький, успокойся, что он так дышит? Можно включить. Ага. За всеми посмотреть тут. Да, я же говорю, это начальник тюрьмы, скорее всего. Так, что? Кого подвинуть? Куда подвинуть? Иск. Что там написано? Прочитать. Болезнь, 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 болезнь. И? Shift. S. В смысле? Там везде болезнь. Сик. Сик. А, мне просто вообще тыкать надо было. Так, легкая гиря, окей. Есть. Тут у нас есть сохранение, кстати. Почему-то здесь. Для чего? Ну все, у нас остается последняя дверь. Правильно же? Угу, тут патрон. Хорош. Больше ничего, с той стороны тоже, по-моему, патрон лежит. Да. Бери, бери, бери. Бери, бери, бери. Бара, бара, бара. Так, ну хорошо. Дальше ты что, бери, бара, бара. Кого-то видно там, нет? Вонючие эти. Вроде-ки бегают. Так, куда мне дальше-то? Ну, в принципе, я могу... Вот эту дверь только я почему-то не могу открыть, да? Она запечатана. Угу, и закрыта. Так, печатная машинка, разгадали. Ну, я вообще не знаю, просто натыкал. На одну кнопку там нажимаешь, она сама печатала. Так что смысла в этом нету. Так! Вот он, крест. Так, выбегаем, блок С. И нам надо спуститься где-то вниз. Ну, вот тут есть. О, иди в жопу! Ой-ой-ой, как хорошо. Давай. Давай, маленький. Давай. Сдохни. Фух. Так, нам надо что, бежать? Получается. Ага. Потому что эта дверь не выбрана, и я не могу отсюда спуститься. Давай вспоминать, где еще там. Вон там еще лестница есть в конце. Давай, 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 давай. Давай, всех, сейчас всех ушатаю своей трубой. Могучий, огромный. По башке вам настучу всем уродам. Так, остается последняя загадка. Сохраняемся. Фух, так. Ну, надеюсь, ничего страшного у нас не ждет, чуваки. Не ждет, надеюсь. Так, подожди, где дверь? Не за двери, надо бежать прямо. Так. Так, так, теперь, значит, на ту сторону надо все эти перетаскивать. Во-первых, надо добавить легкую гирю. Да, я добавил. Давай смотреть, значит, эту убираем. Что-то надо, так, это какая-то кровавая. Ого! Есть! Это у нас птица, голубь. Бежим. Сохранимся? Да. Пожалуйста, сохранимся, потому что... И кого знает, что у нас там ждет. Никому не известно. Ну, только тем, кто проходил эту игру. Так как я не проходил, мне неизвестно. Где ты, урод? Где ты? Да я ж попал. Ах ты... Да бейте по нему, куда ты бьешь? Ну! Вот так ты и все. Говнари. Кто-то орёт? Лора орёт? Я бегу, Лора!
Слышишь? Ой, крики какие. О божечки. Ну конечно. Ну это арена прям. Это прям явно арена. Хотя мне явно арена постоянно мерещится. Но это прям явно. Это 100%. Так, тут закрыто. Я не знаю, куда мы пришли. Угу. Картины. Мужчина в огне. Найс. Позитивненько. 436 человек на выступлении. Просто гениально. Женщина в полете. Ух. Хорошо. И кто это все рисовал? Дерьмо. Мужчина в огне. Позитив. Прям так и прет. Так, возьмем дробаш. 12 патронов на дробаш. Что, будет кто-то нападать на меня, нет? Ну, должна же, наверное, быть какая-то последняя битва с... по идее... перемещение камеры. Ого! Там все в колючках, что ли? Жесть, камера, конечно. Ну, такое. Не позитивно. О боже. Ага, я видел тебя, говно. Еще гиря. А мы что, еще одну гирю должны были найти? Как тебе такое? А? Как тебе такое? Жопомаска. Жопанок. Ну это вообще, это что за камеры? Пыточные какие-то камеры. Что за бред? Какие-то пики торчат со всех сторон. Боже мой, ну непонятно, ты же видишь, старая тюрьма. Кто там? Да ты тихо, голову не бейся-то. Ага. Где мы сюда тогда? Пролазим сразу. Красный свет, это что? Ага, отсюда она не откроется. Ну подожди, я же еще не изучил тут все. Я вижу, да, лестница, местница, но мне же надо вон там все посмотреть. И уродиков вот этих убить, которые бушуют, тут ходят что-то. День. Ага, вот он. Почему у тебя твои жопа, ноги, руки не отлетают, а? Уродец. В смысле? Ты выстоял? Что за звук? Прекращайте. Что за звуки? Просто жопоного убил? Ага, вон туда он прошел, урод. Я слышал его шаги. Жопоног тупой. Боже, какие они чморные, тупые. Вылазь. Вылазь, говно. Ну, вот как не дотягивается сейчас. Ай-яй-яй-яй. И тот стал. Просто гениально. Пошел в жопу. Упади на колено. Дотянись ты только до него. Идиот, я говорю, вот. Тут раз помнишь, как долбанул издалека просто его пришиб. Сейчас рядом был и не дотянулся. Как это работает? Я не понимаю. Жопоногие, вонючие, уродцы. Так, ну тут что-то все завалено, все завалено. Книги какие-то. Ой-ой-ой, это что это такое? Больше, ну, надеюсь, больше загадок. Так, тут еще можно пролезть куда-то. Так, куда мы лезем? Давай посмотрим. Ага. Сейчас какую-то комнатку изнутри, видимо, откроем, да? Комнатка жопоногих? Нет. Забирай. Так, в связи с конфликтами с другими заключенными, заключенный 239, переведен в одиночную камеру F6. Так, F6. Ну, это какая-то информация, ага. Нам туда и надо. Заключенный F6. Оба-на.
А я не вижу, что я... F6. F5. Угу, открыли. Гениально. Гениально. Так, надеюсь, они не на время открываются. Из них F6. Вот это? Ага. Нифига нету. Просто боюсь сейчас дверь как захлопнется, но нет. И вот это, вот она гирька. Последняя. Самая легкая гиря этого раза. А? В смысле? Прости меня, прости, я не мог им тебя отдать, а теперь ты... Ты меня ждешь, да? Кто стучится в дверь мою? Да открой! Не заряжай. Кто прикалывается? Че? Включи фонарь. Ну и че за приколы? А? Думали меня испугать, напугать? Говнари. Так, вот тут же лестница, да? Да, она заперта. Все, вон уволим. По-моему, мы тут все просмотрели. Везде побывали, все изучили, все нафиг. Гири, у нас все валим. Давайте. По-моему, надо идти дальше. Так. Это мы где? Это на втором этаже, походу, нет? Ага, в блок Б выйдем. Так, ну что? Загадка близится к разгадке. Ага, эти не работают. Что за звуки? Кто-то снизу ходит. Что за бред? Все сдохли, тишина такая. Оба-на. Там все горит. Так, сохраняемся. Ух, что-то жутковато, чуваки. Что-то жутковато. Фонарики появились. Загорелось. Ага. Так, теперь нам надо угадать середину, правильно же? Да, давай, добавляем. Вот, видал? Ага. Ну вот, идеально же. Нет, игра. Во. Есть. Что это такое? Рычаг палача? А, рычаг палача. О боже. Рычаг палача. Ну офигенно. Ну что, ну гениально. Сейчас какой-нибудь палач выстегнет. Кстати, вот эта пирамида головы, он реально же похож на древнего вот этого палача. Да? Так, дробаш на всякий случай при себе. Поехали. Эй, я ничего не делал. Это что? Ёлки. Карманы набил, пора и домой. Следы я замел. Человек я такой. Если что захотел, надо брать. Не могу в нищете прозябать. Подожди, а что я там выбираю? Мне надо что-то... А, мне надо это все продолжать. Я снисхождения не прошу. Сам преступление оглашу. Сгорела церковь без остатка. Погибли дети в беспорядке. Ага. Ну... Это я не могу, вот это, а прочитать? Карман набил пароль домой? Нет, это не то, наверное. Я не помедлил ни мгновения и не испытывал волнения. Кто мне дорогу перейдет, тот, кто бы он ни был, пропадет. Вы спросите, что за причина, но не духовные глубины. Хочу, беру, вот и
Ответ мне мир один большой фуршет. Вместе с детьми сгорели те, кто не держал себя в узде и расливал детей без счета, так не надо тем уродам. Ага, вот это скорее всего сюда. Правильно? А, еще давай. Дитя одно ты у меня, кто смеет отбирать тебя, тебе другие ни к чему, так не достанься никому. Ты ноги ломала мне, чтоб не ушел. Ты зубы рвала, мне совсем удавил. Таблетки давала, чтоб мыслить не мог, но я хотел выжить, я и нож приберег. Так, давай вот это. Я крал, все верно, подтверждаю, но я о прошлом не вздыхаю. Я так скажу, причины были, мы все как знали, так и жили. Вот, тут что-то про карманы было. Карманы набил, пора и домой, следы я замел. Человек такой, если что захотел надо брать, не могу в мечте прозябать. Вот это, наверное. Ну, это очень сложно. Еще кривой перевод 100%. Кривой перевод. Так, ну-ка прочитай. Шестеро грешивших покорно ждут расплаты, чей грех не простителен, но может быть оправдан. Взвесь их преступление, в душу загляни, и смертный приговор один перечеркни. Так, а что делать? Так, давай еще раз. Я снисхождения не прошу, сам преступление глашу. Сгорела церковь без остатка, погибли дети в беспорядке. Вместе с детьми сгорела церковь без остатка, погибли дети в беспорядке. Вместе с детьми сгорели те, кто не держал себя в узде и расливал детей без счета, так им и надо, тем уроду. Угу. Вот это вроде сходится. Вот это вот даже. Вот это вроде сходится. Вот. Тут видно даже. Даже надо. Так, вот это видно, что сходится. Вот это не сходится. Вот это. Вот. Ну-ка. А. Так все, что ли? Я только читать теперь могу. Все, да? Я вроде бы ничего не могу сделать. А что я должен сделать теперь? Прочитать. Все вроде бы собрал, чуваки, но я не знаю, что дальше. Шестеро покорно ждут расплат, чей грех непростительный, кто может быть оправдан. Здесь их преступление и души загляни, смерть приговор, день перечеркни. А что дальше делать? Ну я все, ничего не могу сделать. Что дальше-то? А, во! Надо что-то выбрать. Ёлки-палки, а кого выбрать? Нифига себе. Давай сохранимся, пойдем. Я вообще не понимаю. Кого я должен выбрать? Это жесть. Они там все непонятные. Так, подожди. Блин. Какой-то... Так, больница, давай какой-нибудь внизу, дорога Silent Hill. Ого, тропа. Вот это давай выберем. Самый нижний. Я просто не понимаю, что тут выбрать-то. Кого выбрать? Там все вроде бы ненормальные. Ну там дочку кто-то украл, что-то там. Я фиг его знаю. Так, первый там детей что-то спалил. Я снисхождение прошел, сам преступление глушу, сгорела церковь без остатка, погибли дети в беспорядке. Вместе с детьми сгорели те, кто не держал себя в узде. И расливал детей без счета, так им надо, тем уродом. Либо первый, либо вот третий. Вот у дитя одна, ты у меня, кто смеет отбирать тебя, тебе другие ни к чему, так не достанься никому. То есть ребенок не встал, не помню, единственное, дитя забрал, это верно. Он дитя забрал, но не достанься никому. Это значит, что он ее убил, что ли? Либо первый, либо третий, я не знаю. Там все-таки еще кто-то. Ладно, давай вот это. Без понятия, не знаю, тут вообще рандом как будто бы. Может, мы и сдохнем. Оп. Боже. И где? О, бред. О, жесть. Ага. Нифига не взрывается. Ой-ой-ой! Что за фигня? Фига вас тут. Жесть. Ага, красава, стреляешь. Как всегда. Боже, я уже отпустил, а он почему-то выстрелил последний раз. Так, где мы? Что за бред? Куда?
Ну я видел тебя давно. На колени все. На колени. Дерьма ты кусок. Где мы? Так, карты у меня нет, чуваки, этого места. Я не знаю. Патронов мало. Ой, на дробовик 4 патрона, нифига себе, что за праздник. Чтоб на дробовик столько давали, это что-то с чем-то. Так, ну свет исходит отсюда. Значит, нам надо проползти сюда. Может, это мы... Не знаю даже где. Ладно, ползем наверх. А теперь... Как будто неправильно мы, да, выбрали. Неправильно выбрали, чуваки. Да каково выбрать? Где церковь сгорела, детей сожгли. Ну давай первого выберем. Вообще непонятно. Уже другая, как немножко заставочка. Не знаю. Тоже неправильно. Жесть. Заперто. Чё за бред? О май гаш. Ясно. Ну что за бред опять? Или мне надо все пройти эти круги ада? Опять я у этих уродов, да, окажусь? Нет. О май гад, бог. Где это мы? Опять? Да, опять. Что происходит, игра? Ты меня с ума сводишь. Какого грешника там выбрать надо? Я не знаю, да там все, блин, уроды. Блин. Это что? Патроны? Да, это патроны. Так, тут закрыто. Лифт. О боже. Один патрон для пистолета. Хорошо. Перезаряжаем. Ну нафиг все. Я не знаю, куда мы едем. Но дверь вроде бы с одной стороны, правильно? Ух, куда едем? Что за бред? А, божечки. Ё-моё. Какой-то преисподний спускаемся, нет? Фух, ну давай, 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 покажись, кто. Чё, давай. Сохранение, значит, мы правильно выбрали. Значит, первого правильно выбрали, чуваки. О, отлично, мы приехали куда. Ага. Так, подожди, нет. Давай что-нибудь другое выберем. Больница, да, больница. Что-нибудь вот тут выберем. Лабиринт это место называется. Идеально. Просто идеально. Мы в лабиринте? Найс. Серьезно? О боже, кто-то шепчет. Очуметь. Вот же жесть. Это что за говно? Те причины позднее после того, как Томас Роллис и Павбальщик был обнаружен лежащим, вроде всего причины смерти послужил многочисленный
Повод вырезанной раны шеи в левой стороне торса, нанесенного острым предметом, смерть наступила между в связи с обнаружением следа борьбы, отсутствие орудия убийства. Полиция рассматривает смерть как насильственное заведомое дело убийства, поскольку хранительство в комнате наличные деньги остались нетронными, а употреблял алкоголь, создает скромность, послужил конфликт, корысть, еще какая-то хрень. Ясно. Не надо, папочка Анджела. Не надо, папочка. Это комната Анжелы, где мы ее встретили, помнишь? Не надо, папочка. Что она несет? Чем здесь папочка? Ага. Так, Анжелу опять встречаем. Не надо. Я больше не буду, обещаю. Скажи ему, что я больше не буду. Анжела? Анжела? Или Анжела? Анжела, it's me. Анжела, это я. No. Нет, please. Не надо. Папочка! О боже! Какой еще папочка нафиг? Это не папочка, это уже демон какой-то! О боже, ужас! Ужас, что за бред? Так, мне бежать надо? Ну что делать? Не бесполезно стрелять или полезно? Где он? Папочка? Ты папочка Анжелы? Ты сдохни тогда, папочка. У меня тебе плохие новости. Ты сдохнешь сегодня. Потому что я профессионал. Я из таких папочек поубиваю человека. Сдохни. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, папочка, нет! Иди в жопу! Так, выпей. Я не знаю, стоит ли его стрелять. Его просто убить. О, в принципе, он был. О, что такое? Это было. Это реально ее папочка? Или это бред сумасшедшего? Ладно, пошли. Эй! Куда она побежала? Что происходит? Боже, нет. Опять уродец. Я же убил тебя. Нет, боже, реально лабиринт. Ну это бред, это вот это уже все. У нас крыша есть. Анжела, стой. Я не твой папочка, Анжела. Боже, где я? А куда он исчезал? Ну, урод, а? Я тебя найду, папочка. Я тебя приму. Опять. Так, а что он говорит? Папочка, не надо. Запись, смотр. Какая-то... Это мерзость. Растил столько. Благодарь. Ответь на меня.
Что-то хватит, может, смотреть или что на меня? Угу. Типа отец ее, что ли, над ней издевался? Или что? Ага, опять этот урод здесь. Ну давай сюда, говно. Там ушел кто-то? А, нет. Ушел бесполезно? Давай уйдем. Бесполезно? Я ничего не вижу, алло. Игра. Фу, боже. Вот же бред. Гениально. Где уродец? Да какого черта? Куда мне идти? Она пряталась здесь, наверное. Отец, она и мать. Отец над ней издевался или отчим, может быть, нет? Скорее всего. Что-то такое. Да ты урод, где ты там? Боже, как ты достал, как тебя убить? Давай сюда, папуля. Мне сюда залезть надо? Да, видимо, она убегала, типа, в какую-то дыру, и он исчезал. Ну, не то чтобы исчезал, это, типа, иллюзия. Как она от него убегала. Так, что ли? Понятно, короче. Не, его надо убить, наверное, я думаю. И что-то он исчезнет, или нет? Он тут что-то проломил. Непонятно, короче. Это бред происходит. Давай, говнюк, папочка тупой, где ты там? Сейчас я тебя сюда. Он идет? Надо, чтобы он сюда нырнул. Он приближается или что? Мне выстрелит? А мне надо его сюда, мне кажется, заманить. Бухло какой-то везде стоит. Может, он алкаш какой-то был, нет? Чё, вентилятор? Нади! Уйти! Сбежать! И куда? Тебя там ждет! Кому? Боже, ну да, что-то... Чё за бред? Дуреть, как выйти из этого кошмара? Мне уже это начинает бесить, реально. Ого. Это что означает? Какие-то поршни. Ого. Где он, урод? Давай сюда. Ё-моё. Что происходит, чуваки? Я вообще в шоке уже. Просто, вы думаете, вы ничего не понимаете? Я тоже ничего не понимаю. Я просто... Это просто жесть. Я даже не понимаю, куда я бегу. Куда идут. Просто, ну, по-моему, беги, куда глаза глядят. Вообще без разницы. Опять элик. Шестеренки какие-то крутятся. Ладно, ломаем еще один телек. О, сохранение сейчас произошло. Ну, сейчас будет битва. Дайте мне с ним посражаться, и все, я его завалю. Это что означает? Все тряпки, вот эти шестеренки, что это означает? Что за бред? Не понял. Ну, вот это уже битва. Да! Ну давай, папочка! Начинаем! Let's go! Держи, пожалуйста! Держи! Ладно. Ладно, поймал, поймал. Что ты, урод? Так, может, его вот туда заманить надо? Он разгоняется, может, и в стенку улетит, нет? Давай.
Да, 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 ори, давай, да, 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 беги. Нет? Тихо. Давай, да. Ну сколько тебя дубасит, ты чё? У нас убили кому-то кровать, да? Вот она кровать какая-то лежит, и она ползает. Может, мне убежать-то, нет? Да, боже, ты уродец. Он не сделает. Он убьет еще раз. Как тебя убить? Я туда не могу пролезть. Сюда бесполезно для меня. Мне хочется клеток поменять. А, ну что, по вот этой голове. Давай! Выпей. Все, пошатал. О боже. Анджела, Анджела, Анджела. Тихо, успокойся. Не надо мне указывать. Я не указываю, просто... Все хорошо, все закончилось. Don't even try. Даже не думай. Try what? Ты о чем? А то ты не знаешь. I see what you're doing. Я же все вижу. So is the same with Вы все одинаковые, хотите только одного. Angela, please. Анжела, не надо. You have to lie. Может не притворяться. Go ahead. Давай, выкладывай. Say it. Или просто заставь. Он всегда так делал. Да. Над ней издевались, короче. Ты свинья. Ненавижу, ненавижу. Над ней, короче, типа сексуальное насилие осуществляли, да? Анжела. Анжела, I don't know who you не знаю, за кого ты меня принимаешь, и я тебя you. Не трону. I just wanna get my я хочу одного вернуть Мэри. You're Mary. Мэри? Your own little Mary. Твою милую Мэри. At least she was. То, что было твоей? For a while. Какое-то время. What? Что? Admit it. Признай. You didn't want her around anymore. Ты от нее устал? Чего? No. Нет. You probably found someone else. А я нашел другую. No. Нет. Я пойду искать маму. Какого фига? Я просто не понимаю, что этих людей всех объединяет в этом городе. Но пока я склоняюсь к психушке, реально, что они все шизофреники какие-то, что они... Я бы никогда... Что они все какие-то больные. Нет? Боже, смотри. Вот, видишь, я же говорю, почему на кровать похоже, и почему два тела. Это монстр символизирует насилие, наверное. Видишь?
как будто два тела на кровати лежат. И один как бы надвисает над другим. Боже, как сохраниться теперь? Как отсюда выйти вообще нафиг? Как мы сюда попали? Ага. Это выход. Так, где сохранение, игра, пожалуйста? Можно мне выйти из этого лабиринта тупого? План центральной части. У нас рисуется что-то. Он сам карту достал. О боже, это еще что за бред? Это что? Нет, он туда. Не может туда пройти. Его что-то туда не пускает. Так, ну у нас, по крайней мере, есть сохранение. Бух. Ладно, давай где-нибудь здесь сохранимся. Лабиринт это место называется. Головоломки стандартные. Боже, короче. Где мы? Это еще какое-то место. Странная стена. Ладно, на этом я закончу, чуваки. Походу, мне кажется, ну вот совсем чуть-чуть уже осталось. Уже начинаем какие-то отгадки. По крайней мере, отгадку этой Анжелы мы практически разгадали, да? Ну как отгадка? Хотя нет, она продолжает искать мать. В этом городе почему-то. Хорошо, отец у нее был какой-то, ну, изверг просто. А что с матерью тогда? Или матери нет? Черт его знает. Короче, ладно. Я не знаю, это мои догадки, я просто думаю, что уже скоро финал, но что-то вообще непонятно. Все, с вами был Максим, спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. По крайней мере, мы свалили с этой жуткой вонючей тюрьмы. Ну, сейчас, по-моему, еще что-то жуче начинается. Страшнее.